И шалом, ребятишки, с вами Сутек, и это третья часть нашего туториала. Как вы можете заметить, я делаю все в последний момент. Вопрос почему? Ответ, потому что я болею и 2 дня тупо валялся на диване. Но настало время делать видосы. Итак, давайте же начнем. Итак, сегодня мы будем рисовать разные предметы. Ну, нарисую одно, а дальше уже вы сами. Итак, для начала нам надо то, что мы хотим нарисовать. Давайте, допустим, ружье. У меня там 2 ружья уже есть, давайте еще одно. Почему бы, собственно, и нет? Лишнее ружье не будет. Итак, ищем какой-нибудь вид сбоку хороший. Например, вот этот. По-моему, правда, у меня уже такой есть. Ну, да пофигу. Итак, копируем. Все это уже не надо. Заходим в Paint. Новый, так сказать, создаем эту, лист. Вставляем сюда нашу волыну. И теперь надо ее просто обрисовать. Давайте начнем. Отлично, после того, как мы нарисовали, осталось только раскрасить. Итак, вот как у нас это выглядит. Да, конечно, вот тут не доделал, но ничего страшного. Итак, чтобы раскрасить, берем вот сюда вот, выбираем пипеточку, ставим нужный нам цвет, я думаю, вот такой. А потом вот здесь вот просто вот так вот закрашиваем. Да, как-то можно сероватым, да, так гораздо лучше. Теперь опять-таки берем пипеточку, выбираем цвет. Вот так вот. Странно, каким образом он тут сразу закрасился. А, я не той стороной. Вот здесь надо. Закрасили и закрасили. Дальше. Опять-таки пипеточку. Вот здесь вот. И вот так вот продолжаем, так сказать, до победного. Какого тут цвета подойдет? Вот такой вот, чуть посветлее. Чтобы отличался от этого. Опа, отличненько. Конечно, все это желательно сделать намного лучше. Это я, так сказать, на скорую руку это сделал. В общем, как обычно. Вот здесь какие-нибудь узорчики можно бы добавить. Но делать этого не будем. Захотите, сделайте. И сюда пунк. И вуаля. У нас готово ружье. В принципе, все. Его можно уже использовать. Но, конечно, вот здесь вот... Не так. Вот здесь вот лучше сделать остальные отверстия. Вот здесь вот дырочки. И вот разделить вот эти вот 2 ствола. И все будет идеально вообще. Ну вот мы и закончили. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые туториалы и, в принципе, видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.